Здорово, народ. С леса вот такой вот принес масленок настоящий. Здесь была юпочка, я ее уже, ну, их почистил. Не червивые. Были такие шляпки чуть побольше. Я их порезал просто и все. Таких молоденьких, конечно, мало было. Но ничего. Как я их готовлю? Здесь килограмм 300 грамм сырого гриба. Я залил 2 литра воды. Помещаю их уже в кипяченую воду на 20 минут. Приготовил приправу гвоздика. Пару штук кину. Душистый перец. Кину пару штук. И обычный черный. Кину штук 10. 2 лавровых листа. И уксуса в конце 3 столовые ложки или 4 даже залью. После того, как они закипят, я засеку 20 минут. И через 10 минут кипения я сделаю рассол. Я сейчас сразу кину 2 лавровых листа. Здесь гвоздичка, душистый перец и обычный черный. Не полную столовую ложку сахара кидаю, можно пол ложки соли. Если мелкая соль, то и 1,5 ложки хватит. Вот, вот так вот. Все, я ее еще не включил. После того, как прокипятятся 10 минут, я тогда включу и сделаю рассол. Сейчас пока размешаю его. В общем, стандартная процедура, которая подходит для мариновки любых грибов. Просто что можете там то чесночка добавить, если хотите, укропа добавить, короче, то петрушки. Ну, смотрите сами. А так, чтоб белые, маслята, опята и т.д. и т.п. Вот, пожалуйста, все одним макаром и не ошибетесь. Вот, закипели, все, засекаю 10 минут. Вот так вот выставил 10 минут. Груша механическая, никогда не подводит. Звук сильный, слышно аж, блин, в других комнатах. Через 10 минут как будильник зазвенит. Все, и я включу эту воду, чтобы закипала рассол. Так, все, 10 минут прошло, включил. Выключаем. Все, слили. А теперь холодной водой сейчас обдадим. Промыл. О, как раз рассол уже почти закипел. Я их обдал уже холодной водой и теперь засыпаю в рассол. Все, еще они у меня будут вариться так минут 15. А, да, я еще укропа немного добавил. И после как закипит, я засеку 15 минут и все, я буду разливать по банкам. Все, 15 минут прошло. Вот так они варились и все, начинаю раскладывать по банкам. Все. А теперь по баночкам разливаю и все. Я еще в баночке по пол ложки столовой залил уксуса и все. Все, вот такие вот две баночки полные получились. Все, крышками закрываю и все. Сашу, как всегда, смотри, народ, следующее видео и подписывайся на канал.